Всем привет! У меня раннее утро. Я на своем месте. Все тот же сезон чивычи продолжается. Немного нервничал, потому что когда приехал парковаться, опять запоздал минут, наверное, 15-20. Уже стоял другой трачок, другая машина. Я думал, кто-нибудь уже опередил меня к этому месту. Но по пути позавтракал паутиной. И хоть как это не звучит, не очень неприятно, но для меня это радость. Это значит, на тропе кроме меня никого не было. Вернее, до меня никого не было. Так что завтрак паутиной вот так вот. В этом случае буду ловить, продолжать. Сезон только-только начался, у меня уже 5 рыб. Это отличное начало для сезона, надеюсь, оно будет так и продолжаться. Насадка обычная, как и в прошлые разы. Называется коктейль из креветки и икры. Обрываю клешни у креветки, потому что они на течении болтаются, и от этого креветка стаскивается довольно-таки часто. К тому же рыба мелкая еще присутствует, мальки, они дергают за клешни и стаскивают наживку. Протыкаю сначала через голову и потом захожу в хвост и вывожу со спинки вот здесь вот. До этого петелька была открыта, потому что если петелька не открыта, то после того, как насадишь креветку, уже немного сложнее становится открывать ее. И потом насаживаю икру вот таким образом. Вот получается наш коктейльчик такой. Из креветки и икры. Икра держится за счет кожицы и стыка. Вот такая презентация. Такая насадка. Была небольшая поклевка. Поплавок притопило. Давай, вернись к нему. Вернись туда. Нет, похоже, стащило. Ах, как жалко. Что-то приклевывается. Что-то приклевывается, притапливает, но что-то до конца не хочет утягивать. До конца то ли это малек крупный, то ли чивычи что-то, но как-то вот она не хочет. Наверное, скорее все-таки малек. Чивычи бы уже притопило. Лосось, ребята. Лосось. Или что-то такое. А да, лосось. Вон он. Выпрыгивает. Джек. Небольшой. Так быстро ко мне подошел. Я думал, потерял его, что ли, но нет. Вот он здесь. Одну поклевку я пропустил. Потом какая-то мелочь клевала. Я немножко углубил дистанцию до дна. И вот, наконец-то зацепил одну. Одного, вернее, если говорить о лососе. Да, он крупный довольно-таки джек. То есть он будет близок к 24 дюймам. Надо еще, конечно, посмотреть, если он дикий или нет. Но в основном джеки здесь процентов 60, наверное. А нет, это steelhead. Ребята, это стальная голова. Это стальная голова. Ничего себе. Не ожидал. Я никогда здесь
стальную голову не ловил. Зимой ловил, но летом никогда. Немного глубоковато здесь, они любят, когда... И он дикий причем, господи. Откуда здесь обычно летней стальной головы дикой не бывает? Ой, ничего себе. А это, знаете, ребята, это тот, который возвращается обратно в океан. Он уже отнерестился, и вот он постепенно спускается весь худющий, спускается обратно к океану. Сейчас я его отпущу. Постараюсь сделать это в воде, чтобы он на берег. Он, видимо, здесь, наверное, мальком питается, поэтому вот здесь вот он сконцентрировался. Так. Тихо. Я тебя отпущу. Не волнуйся, я тебя отпущу. Да, они, конечно, слабые рыбы, то есть они очень-очень обессиленные. Поэтому надо с ним быть как аккуратней. Вот, ребят, смотрите. Вот у него плавник задний. Такую рыбу обязательно отпускать надо. Так, где у тебя? Дайте я немножко сюда пониже вытащу. На мою икру он позарился. Надеюсь, это все попадает в кадр. Так. Крючок он хорошо заглотнул. Ну ладно. Все, отпустил. Теперь надо ему немножко вот так вот. Ну все, он здоровый, он готов бежать. Давай, беги. Возвращайся через годик, через два. Ты будешь покрупнее. Ха! Вот это да. Мелочи, но приятно. Снова рыба, ребят. Снова рыба. На течении. Ага. Это чевыча. Двойная подсечка, как всегда. В этот раз он взял прямо на течении. Обычно за течением, а тут на течении. Так, ну не крупный, опять не крупный. Ага. Так, одну поклевку я пропустил. Да, это где-то минут 40 назад, наверное. Ну вот это тот взял. Так, надо спускаться вниз по стене. Потому что здесь его, конечно, не вытащить. Ага. Вот он. Красавец. Пока плавника не видел у хвоста. Так что, может быть, это... Только не ныряй за стену. А, ныряет за стену. Сильная рыба. Вот он, красавец. Красавец взял сбоку. То есть, в принципе, должен неплохо зацепиться. Упирается хорошо. Оп. Да, плавника нету. То есть это кипер. Этого будет можно брать, если вытащу. Вытащу, можно будет брать. Так вот он прямо передо мной. О,
Вообще-то неплохой. Килограмма 3,5, наверное. Все. Вот он, ребят. На суше. Вот плавника нету, как видите. То есть берем... Камушек уже подготовлен. Вот здесь. Все. Он уже ничего не чувствует. Ну и как обычно, режем жабры. Я немножко в воде здесь, поближе, вернее, к воде. Все отлично. Проводим рукой вдоль тела, как можно больше крови, чтобы выпустить жабер. И вот так вот. Взял он прям за язык, его поймал. Все. Ну что же, сезон пока просто замечательный. Сезон пока просто замечательный. Самец. Это самец. Ну ничего, у самцов на самом деле, ребят, мясо даже бывает гораздо лучше, чем у самок. Хотя у этой рыбы сейчас у любой мясо замечательное. Но... Обычно у самцов оно и пожирнее, и повкуснее. Ну вот, ребят, такой экземпляр, не крупный. Я думаю, где-то 3,5 килограмма. Так что, но все равно это чевыча, моя любимая рыба. Ура! Рыба, которую я поймаю, я все время просто удочку закидываю как можно дальше, чтобы расправить леску. Вот так вот. Намотать ее, чтобы она была без всяких затягов, без всего. Потому что если так не делать, то иногда леску зажимает в катушке. И при следующем выводе рыбы это может немного помешать. Ну, где-то вот так недалеко от меня я забросил на обратную сторону течения. Мальков становится все меньше и меньше. Немножко обдирают до сих пор, но чувствуется, что уже начали скатываться вниз по течению. Поэтому теряешь насадку не на каждой проводке. И вот где-то вот в этом месте он начал клевать. Сначала припустил немножко вниз, потом бросил, потом вернулся. И уже взял поконкретнее, поплавок затопило. Так что так, пока одна рыба. Ну, один steelhead, стальная голова, и вот одна чевыча. Время еще раннее, где-то 7:15 утра. Поймал я его буквально 15 минут назад, даже может меньше, минут 10. Пока записывал лицензию. Пока я с камерами возился, прошло минут 10. Рыба снова. Снова рыба, ребята. Ага. О, пошел. Пошел. Ох ты! Вот это да! Вот это прыжок! Вот это прыжок! Ну, надеюсь, у меня камера включена. Хороший, ребята, хороший. Ой, опять пошел наверх. Не надо ему давать, чтобы он прыгал. О, хороший.
О, хороший, хороший. По-моему, дикая. По-моему, я плавник видел. Не уверен на 100%, но... На 100% не уверен, но, по-моему, плавник был. Главное сейчас из-за ступеньки перевалить. А, сильная рыба. Ох, сильная рыба. Особенно, когда она такая еще свежая. Ладно, пойдем вниз за ней. Не хочет она через ступеньку уваливаться. Эх, перевалить бы ее через ступеньку. Вот эту. Вот это прыгнула она. Обычно чивычи не прыгает. Обычно стилхэд прыгает или кижуч. Ох. Да, она. Здесь. Да, дикая. По-моему, дикая. Жалко, конечно, но что ж, бывают и дикие попадаются. Да, дикая. Но красавица. Самочка. Самочка красавица. Looks like it's a wild one. Yeah. Yeah, it's wild. I missed another bite. Not too soon, huh? Well, maybe. Oh. I gotta practice packing one out before I do two. Yeah. Yeah, the one before is like the bubble went just wow all the way down. I didn't had enough time to react. Just since I got over here. Yep. Oh. Right on the beak. No, I got it wrong. I hope I do. Oh yeah. Yeah, that's a dandy. Too bad it's a wild one. Yeah. Oh. I wouldn't say nothing. No, it is good, man. Yeah. I'll get my share. Yeah, he'll be easy to release. Oh yeah. Yeah, good thing he didn't swallow all the way. Yeah. Yeah, that's the ones I hate. Ребят, вот какая. С лунечком. Yeah, go make some babies. Hey. Yep. Thank you for the fight. Ooh, до сих пор меня потрясывает. Такая классная борьба. Ну ладно, может быть, начали снова немножко клевать. Полуполчасового перерыва. Не было поклевок, и вот одну пропустил, вот вторая клюнула, дикая, но все равно классно. Хорошая была, фунта, килограммов, наверное, я не знаю, на 5,5. Крупная рыба, самочка. Иногда просто постоять и послушать эту природу в полной тишине. Времени почти 10, и статистически после 10 уже рыба очень редко клюет чивыча. Поэтому буду собираться,
Но все равно доволен, день замечательный получился. Поймал одного дикого стилхеда зимнего, который уже спускался вниз по реке, к океану, чтобы обратно уйти, прожить там еще годик-два и снова вернуться. Как я говорил, они, в отличие от лосося, могут ходить туда-обратно 2-3 раза. Вот. Поймал одного дикого лосося, крупного довольно-таки, я думаю, килограммов 5-6, наверное, был. Самочка. Пришлось отпустить, естественно. Вот. Ну и вот одна у меня здесь лежит в воде. Вернее, один самец. Сейчас я его упакую в мешок и пойду домой. Не знаю, что я буду сегодня делать с этой рыбой. Может быть, снова закопчу. Может быть, просто сделаю филе, порежу на куски и заморожу свежую рыбу. Посмотрим, еще не решил. Ну ладно, отличный день. Шапка моя продолжает работать счастливая. Так что я очень доволен. Даже один лосось — это уже классно.